Январь 2006 года. Джефф Морроу, рыболов с большим стажем, вот-вот сразится с громадиной. Он с друзьями отправился на соревнования по рыбной ловле, проходящие на побережье Гватемалы, где обитает самая большая популяция парусников в мире. Соревнование было в разгаре, у меня с собой была байдарка. Я нацелился на то, чтобы поймать парусника, сразиться с ним, а затем отпустить его, не причинив никакого вреда. Отплыв на расстояние 40 миль от берега, Джефф готовит свою байдарку. Пока что Джефф находится в лодке, которая более устойчива. Затем, когда рыба будет на крючке, он переберется в байдарку и попробует подтащить добычу. Я волновался, нервничал, суетился и ждал. Я думал, что это будет... Все произошло очень быстро. Я зацепил его с кормы и перебрался в свою маленькую байдарку. За какие-то секунды громадина отмотала 600 метров лески. Это очень много. Я знал, что мне не стоит применять силу. Нужно было подождать и позволить ему меня повозить за собой. Рыба изо всех сил старается избавиться от крючка, но Джефф не сдается. И вдруг рыба прыгает в воздух. Это настоящая громадина. Они изгибаются и сверкают, когда прыгают вот так. Джефф очень осторожен. Леска натянута до предела и может порваться. В этом случае парусник ускользнет. Если же рыбина затащит байдарку далеко в океан, Джефф рискует остаться один в открытом море. Большая лодка была поблизости, но со временем я отплыл от нее далеко. Мне не хотелось терять ее из виду. Борьба продолжалась. Наконец Джефф увидел свой шанс. Рыбина ослабела, и он начал потихоньку сматывать леску. Все ближе и ближе. В конце концов Джефф ухватился за рыбью голову. Я чувствовал, будто сражаюсь с огромной тварью, пришедшей из самых глубин. Затем я попробовал вытащить крючок. Громадина Джеффа в длину была не менее 7 футов, а вес ее достигал половины веса Джеффа. Вся борьба была снята на видео. Эту пленку крутили по всему миру. 2 дня она была на CNN. С монстрами Тихого океана интересно сражаться, потому что они неожиданно сами могут начать охотиться на тебя. Джефф отпустил парусника на свободу. И сделал он это по важной причине. Крупнейшие представители рыб океана находятся под угрозой исчезновения из-за того, что вылов как в промысловых, так и в спортивных целях все увеличивается. Отпуская рыбу, мы помогаем поддерживать ее популяцию. Ученые все время разрабатывают новые методы сохранения видов. Например, создают резервации для морских обитателей. Если оставить ту или иную область в покое и не рыбачить там какое-то время, хотя бы от 3 до 5 лет, прежнее количество рыбы восстановится само собой. Под защитой находится менее 1% морских обитателей. Большинство остаются уязвимыми. Пришло время, когда ученые и рыбаки должны объединить усилия, чтобы сохранить этих гигантов.